приехали к нашим друзьям и партнерам правительства Москвы. Комитет общественных связей и молодежной политики. Здесь наши студенты проходят не только практику, но и также трудоустраиваются наши выпускники. Давайте сегодня посмотрим, как работает правительство Москвы и как тут все обустроено. Сегодня мы идем в гости к начальнику отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества. Аршакян Николай Викторович не только наш давний партнер, но и председатель итоговой государственной инвестиционной комиссии. Именно он принимал выпускные коллекционные работы у наших выпускников. Рада вас видеть. Если можно, мы бы хотели с вами сегодня поговорить о том, как прошли защиты выпускных коллекционных работ у наших студентов. Но для начала, если можно, не могли бы вы рассказать несколько слов о себе, о вашей карьерной траектории и как вам удалось достичь вот вашего профессионального положения сейчас? Ну, так вот получилось, что действительно я работал аж в 5 органах исполнительной власти. Сначала я был в департаменте территориальных органов исполнительной власти, потом в префектуре центрального округа, в управе Пресненского района, потом департамент жилищной политики и жилищного фонда, еще раз в префектуру должности Северного округа вернулся, и вот завершающее за 15 лет место работы у меня комитет общественных связей и молодежной политики. То есть вы не боялись менять поле деятельности? Mm-hmm. Ребята, смотрите, это очень важно, когда вы не боитесь делать шаг навстречу чему-то новому. Испытывали ли вы какие-то трудности, да, когда вам так резко приходилось менять поле ЖКХ к молодежной политике? В принципе, всегда, когда что-то новое, небольшие трудности бывают, да, это и новый коллектив, и новые обязанности. Но что меня приятно удивило, мне было интересно, во-первых, да, я смог это изучить, научиться. И иногда, у нас очень много писем, да, что жалоб от граждан, вот, и когда вот те, кто там долго-долго проработал, начали, смотреть, он говорит, как интересно, ты с какой точки зрения подходишь. То есть это абсолютно новый. С другого ракурса абсолютно. У вас был незамыленный взгляд. И вот это тоже иногда помогает. Вот именно то, что взгляд абсолютно новый, абсолютно новая профессия, она может быть она более интересная, да, и уже ты не застаиваешься на одном месте, а какое-то саморазвитие, самообразование у тебя все равно проходит от того, что ты перешел на новое место работы. Главное, вот, что институт, да, учит, я думаю, это умение учиться самому. То есть если это не обретешь в процессе обучения, да, несмотря на то, что какие бы хорошие там преподаватели не были, какой бы прекрасный материал не преподавали и не изучали, да, каждое место работы предъявляет определенные требования, они новые, да. И если ты не умеешь сам найти вот те точки, тот подход, который надо изучить, чтобы быть успешным на данном месте, то тогда будет очень сложно. Mm-hmm. А если вот эта адаптация, да, способность адаптироваться к каким-то, какой-то новизне, каким-то новым правилам, каким-то новой нормативной базе, вот это в студентах, да, и вот практикантах, которые у нас тоже проходят, мы очень приветствуем. И получается, нас тоже и в институте учили, и в принципе это помогло, да, что не надо там заучивать, зазубривать законы, да. Mm-hmm. Всегда есть правовая база, которую ты можешь там посмотреть в компьютере. Надо просто уметь вот в этой области, не вот этот закон, в этой области этот, и знать, откуда просто вытащить вот эти куски, чтобы можно было вот вставить. То есть уметь работать с информацией, знать, как ее получить и как ее можно использовать. Как ее обработать, как использовать. Mm-hmm. И как применить вот в своей сфере деятельности. Важно, чтобы, наверное, это было интересно, вот вы сказали, вам было интересно учиться, вам было интересно осваивать что-то новое. Сейчас окунулась и стали очень таким живым организмом, который динамичный, который быстро развивается, очень высокие требования предъявляются, и вот
работа там по регламенту, да, она все равно, ну, в основном в органах власти ее, да, не бывает, да. И то есть, если приходится иногда задерживаться там до 8, до 9, если какие-то обралы, то еще там позже, да, вот надо, если ориентироваться на работу в этой сфере, надо себя как-то внутренне перебороть, что иногда я могу вот работать прям так очень плотно, очень жестко. На результат. На результат, да. Спасибо. А как вы думаете, вот ваш совет абитуриентам, те, кто выберет для себя вот это направление подготовки государственного муниципального управления, как вы думаете, какие они перспективные работодатели сегодня? Смогут они? В принципе, сейчас очень большое внимание уделяется вот обновлению кадров, и вот туда, ну, не знаю, ну, в других тоже очень много молодежи, это очень востребовано сейчас на рынке, процент молодых специалистов очень высокий. Все зависит от умения проявить себя, да, вот когда, ну, подаете на конкурс, да, приходите на практику, может быть, преддипломную, да, надо себя проявить, чтобы показать, что ты заинтересован в работе здесь, что ты умеешь впитывать вот то, что тебе, ну, дают какие-то поручения, да, впитывать ту вот, обстановку, в которой ну, происходит взаимодействие. Просто, ну, я думаю, секрет я не открою, да, что все равно, даже когда приходят на практику студенты, там, даже наставник, им дается наставник, но все равно с наставника никогда не снимается основной объем работы. Да? Поэтому очень трудно выделить вот именно на то, чтобы именно вот сесть там, 2 часа рассказывать студенту, что у нас там происходит, вот это так, это так, это так. Да? Поэтому много зависит от его активной позиции. Да, от активной позиции студента зависит от того, как он сам сможет влиться, как он... Кто-то и у нас, как он будет заинтересован. Да, как он будет заинтересован, потому что были у нас ребята, которые сразу, да, дайте мне вот это, да, я это готов сделать, дайте мне задание, там, можно я проведу там на встречу, ну, на трехстороннюю комиссию. Соответственно, это уже начинает, думаешь, ага, значит, они все-таки заинтересованы, если они придут сюда на работу, вот они будут помощниками. А некоторые сидели, ну хорошо, если даст, слава богу. А если не даст, ну и буду сидеть, хорошо, что-то тогда свое делать. Да. Вот. Ну и, соответственно, и думаешь, ну а смысл тогда? Значит, я буду, да, я буду тогда каждый раз контролировать за ним, что он там сделал, не сделал, сидит он там, носу ковыряется или занимается чем-то полезным. Вот, поэтому тоже это такое... Но стремление проявить себя, оно всегда в... Дает такой хороший, да, успешный, да, старт. Конкурсанты дает хороший старт, во-первых, и сразу создается хорошее впечатление о человеке, когда ну, за буквально небольшим промежуток времени ты, получается, должен ну, узнать этого человека и понять, он тебе подходит в качестве сотрудника или не подходит. И умение составить резюме тоже очень важно, потому что отразить именно те ну, характеристики, те вот, основные умения, навыки, которые им нужны на этом месте работы. Да. Вот, у нас, например, девушка, она ну, такая у нас все-таки более бумажная, скучная работа, да, вот если трехсторонняя комиссия смотреть в части, да, там, внимание, усидчивости. Вот, и, ну, что-то вот никак не удается. А пошла на второй этап, она пошла к молодежке, и там вот себя проявила, потому что это мероприятие, динамика, да. Вот это все. То есть тут надо смотреть именно еще и качество характера, да, то есть может ли человек... То есть вы стараетесь для практикантов подобрать именно то место работы, ну, которое, да, будет, да, да, соответствовать, да, их стремлениям и склонностям, то, что им интересно. Да. И у них появляется возможность найти именно свою нишу. Да, это так, потому что объем информации очень большой.
То есть очень важно разобраться в себе, разобраться в том, чего ты хочешь. Кстати, в РГСУ у нас всему этому учат. У нас есть специальные мастер-классы, которые помогают разобраться, да, в своих достижениях, помогают составить успешные резюме и выбрать именно то направление подготовки, те сферы деятельности, которые будут интересны каждому студенту. Хорошо. Николай Ильич, еще хотела спросить и задать вам вопрос, как председатель итоговой государственной аттестационной комиссии. Вы прослушали, вы участвовали в работе и оценивали выпускные квалификационные работы наших студентов. Не могли бы вы сказать несколько слов, вот как бы вы оценили уровень подготовки наших выпускников? В основном я задаю вопрос все-таки с практики, да, и они стараются все отвечать. Вот. Тут действительно, вот последние две защиты меня очень приятно удивили, и довольно высокий уровень, довольно интересные работы, особенно вот, ну, в этот раз почему-то очень много было работ по теме коммунальных бытовых отходов, да, и плюс туризм, привлекательность в сфере туризма. И ребята смогли защититься, смогли ответить на все вопросы и показать свой уровень, потому что именно те проблемы, которые они проанализировали, которые они нашли, и пути, которые они там предложили по их решению, они довольно такие интересные были. В принципе, да, и вот эта прикладная составляющая, она тоже, я, как говорится, ну, думаю, как это можно реализовать, да, что можно ли это реализовать, да, это, в принципе, я считаю, что многие моменты очень полезные были бы для органов власти, да, которые вот они рассматривают, чтобы учесть их мнение. Спасибо большое. А не могли бы вы еще буквально несколько слов сказать? Все-таки вот эпидемия коронавируса, она наложила такой большой отпечаток на образовательную деятельность, и мы вот принимали защиту ВКР тоже в новом для себя формате, в режиме онлайн. Не могли бы вы сказать, вот, были ли какие-то сложности или, может быть, преимущества, как вам? Тем более вы к нам приезжали и очно, а сейчас другой формат. Вы могли бы дать какую-то оценку? Да, вот тут, ну, есть и плюсы, и минусы этого формата, да. Но основным минусом это то, что ты вот, ну, фактически не чувствуешь студентов, ты не чувствуешь, как они так вот волнуются. Потому что это обычно при личном взаимодействии, ты понимаешь, там стараешься подбодрить, сделать это вот именно в онлайн-режиме гораздо сложнее. Все те очники, которые выступали, они довольно высокий уровень защиты, и в принципе они, ребята справились. Ребята справились с тем, что ну, такой новый формат, да, этот ты не видишь именно преподавателя, да, ты, ну, видишь его только вот на экране, да, и не понимаешь, как он будет там реагировать, да, на то, что ты как защищаешься, да, потому что, ну, тоже, если он перед тобой комиссия, ты можешь понять, ты вообще в том направлении говоришь или нет, а когда там все эти картиночках, особенно если вдруг связь плохая, вот, потому что у меня, например, при первой защите абсолютно идентичные средства передачи были, звук был нормальный, а при второй уже я приходил с микрофоном прямо к рту подносить, чтобы меня было слышно. То есть вот это тоже технические сложности, они всегда бывают. Хорошо. Да. Спасибо большое, Николай. Последний вопрос. Как вы думаете, вот какими качествами должен обладать выпускник для того, чтобы его карьера успешно сложилась в органах государственной власти? Ну, вы уже отчасти говорили, Это умение учиться, постоянно, умение впитывать вот опыт, который с каждого места работы, там, с каждого взаимодействия. Но вот в органах власти все равно очень важна, ну, умение коммуницировать. Командный дух. Да, работа в команде. И во многом
умение вот разговаривать по телефону, да, иногда это очень большой процент времени занимает, да, когда ты, тебе приходится там обзванивать другие органы власти, например, чтобы добиться какой-то информации. Ну да, потому что взаимодействие это очень важно. Да. Всегда, да. Это очень важно, и очень важен, конечно, общий уровень образованности. Кругозор, который у тебя есть, да, он развивается в процессе обучения. Уметь построить взаимоотношения внутри коллектива. Быть гибким. Да, гибким, вот, как он сказал, flexible, да. То есть подстраиваться под те задачи, которые перед тобой ставятся, да, и плюс не бояться изменений. Да, mm-hmm. Вот это сейчас все очень динамично развивается, и задачи практически сыпятся вот все новые. Да, вот сейчас то Конституция, но у нас внезапно возникло голосование, то вот это в пандемии, например, нас вот, мы работали в информационном центре по коронавирусу. То есть все эти новые направления, никогда не надо их бояться, и надо всегда уметь к ним приспособиться. Меня, честно говоря, может быть, кого-то не коробят, а меня вот коробят, когда там приносят письма, да, или там mm-hmm. орфографические ошибки, там, ну, элементарные mm-hmm. какие-то запятые, обороты совершенно неуместные. Вот это тоже для госслужащих, да, очень важно. Мы, кстати, это тоже понимаем и очень много внимания уделяем именно такой подготовке. У нас есть специальные предметы, например, деловые коммуникации, где ребят учат переписки официальные, и которые действительно позволяют им эффективно взаимодействовать. Я думаю, это действительно очень важно. Да, угу. Вот, то есть вот умение тоже взаимодействовать с компьютером, да, знать вот элементарные программы, это тоже очень приветствуется. Mm-hmm. Плюс вот PowerPoint или же такие вот программы для презентации, они тоже на госслужбе очень ценятся, умение с ними работать, рабочее место. Хорошо, спасибо вам огромное за то, что уделили время, и спасибо за такую высокую оценку наших выпускников. Спасибо. Да, спасибо вам. А вот и наш выпускник. Так приятно увидеть знакомые лица. Скажите, пожалуйста, могли бы вы несколько слов сказать для наших студентов, для наших подписчиков, как складывается ваша карьера в правительстве Москвы? Собственно говоря, что бы вы могли пожелать нашим студентам? Благодаря преподавателям, благодаря тем знаниям, которые мне дали, смог получить очень хороший старт. Изначально это был момент работы в Московском доме общественных организаций. А потом меня пригласили работать в Комитет общественных связей молодежной политики. Сейчас я занимаюсь реализацией крупных городских проектов и молодежных программ на всю нашу любимую столицу. И во многом, как уже сказал, тот опыт, который есть у меня благодаря нашему родному социальному университету, за что, опять же, огромнейшее спасибо. Я искренне советую поступать именно в Российский государственный социальный университет, потому что там преподаватели на самом высочайшем уровне находятся. Знаний, опыта, который могут предоставить обучающимся. И, конечно же, это большой практический багаж знаний, который успешно передают все нам, как студентам. Это глубочайшее признание важности студента, это глубочайшая нацеленность на передачу всех имеющихся знаний. И это очень большой задел на будущее, который поможет вам развиться в настоящих профессионалов. А скажите буквально несколько слов о своей работе. Что у вас интересного, какие интересные проекты вы реализуете?
Я причастен к реализации проекта в работе, направленном на трудоустройство студентов и выпускников вузов. То есть вы будете помогать нашим ребятам в том числе? Да, в том числе. Я занимаюсь таким обширным проектом, который называется «Социальная активность». Mm-hmm. Он реализуется по всей стране, и я веду работу, в частности, касающуюся реализации позиции этого проекта на территории mm-hmm. города Москвы. Также при моем участии было организовано мероприятие «Гонка универов», в рамках которого студенты принимали участие в конкурсах интеллектуальной, спортивной и киберспортивной направленности. Ну и помимо этого, в принципе, общие дела, которые касаются государственной молодежной политики. Вам нравится ваша работа? Мне очень нравится моя работа. Опять же, благодаря качествам, которые появились в университете, в прошлом году я был участником всероссийского конкурса на звание лучшего работника в сфере государственной молодежной политики. Здорово. Не пожалели, что выбрали направление подготовки государственной муниципальной направления? Абсолютно не пожалел. Я считаю, что эта специальность охватывает очень большой спектр знаний, как юридического, так и психологического характера и помогает правильно выстроить свои направления деятельности для того, чтобы качественно руководить людьми, качественно руководить процессами, происходящими в городе, в стране, в муниципальных образованиях. Это очень важные знания, которые помогают достичь многого и самое главное – это развивать нашу родину, наши любимые города. Спасибо вам огромное. Очень приятно было вас увидеть. Спасибо.